Пропадает. Пропадает интернет. Поближе подъехать, что ли? Я просто здесь тенечек, а там уже солнце и будет это отсвечивать телефон. Так, ну что, может быть, сейчас кто-то идет. Пока собирайтесь. А я хотела с вами, знаете, поделиться, рассказать. Сегодня мне поставили имплант. Перед тем, как ехать, да, на этот dental appointment, общались с подругой с Бишкека. И она говорит, а у нас быстро ставят импланты. Я говорю, как быстро? Она говорит, да, мне там за сколько-то там, за неделю или за несколько недель поставили сразу. Я говорю, как? Ну, я-то слышала, что импланты ставят, да, но не думала, что так быстро. Она говорит, да, у нас быстро. Хотя, говорит, потом челюсть свело после этого импланта. Конечно, как это, да, вставляется, во-первых, долго. Потом он должен еще вживиться, этот имплант, в десну. Ну, вот в Америке дается полгода. Там, оказывается, несколько недель. Я в шоке, я не знала об этом. Видите, когда как-то не выясняешь вот эти тонкости, не уточняешь, да, то все везде одинаково, оказывается, нет. Оказывается, не все везде одинаково в Америке и там. Так что я так была удивлена, говорю, вот это да. Я тогда рассказывала про имплант, да, когда мне вживляли, там сверлили эту кость, но здесь они так обезболивают, вообще ничего не чувствуешь. Ну, просто чувствуешь, что тебе там что-то, да, боли вообще ни грамочки нет, боли никакой. Но я уже не помню, может быть, через неделю или две у меня только начал, как он, побаливать, да, вот этот имплант, там десна. Где-то неделя, наверное, да, через две это начало. Говорю, вот болит у меня. Но он посмотрел, он говорит, нужно очень хорошо чистить, чтобы пища там не задерживалась. Нужно вот эти использовать специальные, вот эти waterpik здесь называются. Кстати, вот у меня стоит, сейчас я вам попозже тоже покажу. Маме вчера купила. У нас же Никитка пользует, с брейсами обязательно нужно пользовать. Так, слушайте, нету опять комментариев. Что-то комментарии не появляются уже. Пока не вижу. Странно. Так, ну ладно. Пока буду тогда так болтать. Без комментариев нужно было этот таблет взять. И так, что еще хотела-то поделиться. Что-то с этими комментариями сбилась. Да, как же нету, вот есть, Сергей. Спасибо, хорошо хоть написали. Но что-то сразу, наверное, не видно. Вот у меня прошлый эфир, тоже у меня не было сразу комментариев. Как-то они это, наверное, позже выходят, да. Так что вот так. И сегодня уже, да, я поехала, мне уже имплант уже вживился. Ровно полгода. Вот они мне ставили 5 декабря и 5 июня. Вот у меня через полгода ровно был appointment. Ну, там он посмотрел, врач, потом вот этой какой-то машинкой специальной. Они там что-то вводят. Короче, форму зуба, да, создают. Вот создали за неделю. Меньше даже сегодня, какой у нас июня. Меньше, чем за неделю, да. Сегодня я приехала. И вот вставили. Ну, там у меня дальний зуб. Немножко я, конечно, неправильно сделала. У меня вот здесь два зуба нужно вставлять. Нужно было вот этот передний вставить, который ближе. Потому что, когда улыбаешься, да, смеешься, видно. Тем более, вот видео снимаю, и на видео, как бы, ну, это некрасиво. Но в тот момент мне там только удалили зуб, и он говорит, что типа сразу нельзя, нужно, чтобы немножко подзажил. Но надо было мне подождать там 2-3 недели, потому что вообще там я дальний зуб поставила, а мне это нужно ближе. Вообще нужно мне 3 импланта еще ставить. Вот один уже поставили. Я буду ставить... Вот импланты, что-то знаете, как-то эти месяцы, наверное, месяца 3 у меня постоянно вот эта десна там что-то воспалялась, она что-то там зудела, нудела. Короче, ну, не так просто лично для меня этот имплант дался. И
Некоторые сразу несколько вставляют. Я вообще не представляю, тогда со всех сторон будет вот это там болеть, зудить, нудить. Не, не хочу. Второй имплант вот зимой буду вставлять. Тем более у меня, знаете, страховка на зубы мне дается на год 2000. И здесь так интересно делается. Если ты год, допустим, ну там на $500 тебе что-то сделали, или на 1000, или вообще ничего тебе не сделали, то на следующий год уже эти деньги теряются. Поэтому нужно вот все, что по возможности, лучше делать каждый год, да, чтобы тратить эти деньги страховки. А уже что страховка не покрывает, ты доплачиваешь. И получается, я уже те предыдущие 2 года я потеряла. Ну, мне там делали кое-какие, да, там зубы ремонтировали, но импланты вот я потеряла, и вот эти деньги, скажем. Это свои нужно, да, как бы вставлять. Солнце, я ем, руки заняты, чтобы. Светлана, привет. Это. Так что, так, цены на импланты, да. Вообще имплант, ну, здесь вот по-разному, там 4, где-то 5 тысяч стоит один имплант, представляете? Кстати, я узнала, о чем мне постоянно пишут, что у меня там в одном месте импланты стоят. Эти импланты, вот эти вот, стоят $5000. И зубной имплант стоит почти так же, 5, вот 4 тысячи, там от клиники зависит. Ну, может, наверное, там от городов много от чего может зависеть, сколько страховка вас покрывает или вы сами платите. Ну, вот разговаривала с одной знакомой, она года 2 назад имплант, она почти 5 тысяч сама из своего кармана заплатила. А у меня страховка, и вот смотрите, значит, в декабре, когда мне вживя доплатила, вот, получается 1800, да, вот так вот. И в этот раз я сейчас пришла, вот уже как бы 1800 получается, но если 4000, я еще там 2200 почти должна. Но я еще, короче, сама до конца не разобралась с этими страховками, уже позже там она сказала мне сегодня, ну, на фронт-деск, что там со страховкой они решат, там сколько они заплатят. И прошлый appointment, ну вот на прошлой неделе, я заплатила $400, это со своего кармана. Что-то там, да, вот, ну, страховка еще не работает, или она это не покрывает. Ну, вот получилось 800 и 400, 1200 я со своего, может быть. Ну, короче, все, я так поняла, что хорошее, конечно, поэтому нужно пользоваться. Так, так, все пропало, зависло. Я что, зависла? Слушайте, я тутаю, болтаю. Еще напишите, я зависла, развисла. Так, я тут. Всем привет. Привет, Андрей. В Москве ставила имплант $800. Ух ты, так тоже у вас не дешево, $800. Так, что-то в Киргизии я забыла у подруги спросить, сколько этот имплант стоит. Но в Киргизии даже зарплат таких нету. Зарплата там средняя. 150, 250, ну, $300. Так что тоже это, да, дороговато у вас. Ну, может быть, для Москвы это нормально, я, конечно, не знаю. Но даже для Америки, кажется. Ой. Так что здесь, короче, с имплантами не режешься. Вот я говорю, или на зуб. Ой. Так, слушайте, неужели я зависла? Зависла. Просто в машине решила. Ладно, надо выключить, а то YouTube забанит. Вот видите, сразу отсвечивать что-то тут стало. Сразу солнышко. Сразу солнышко. Солнышко в объеме. Вот люди с собачками у нас гуляют. Классно. Знаете, у нас так похолодало вот на прошлый. Нет, там вообще да, с чем-то Фаренгейтов опустилось. Вообще холодина такая. Ну, потому что дожди были, ветра. И сегодня, наверное, да. Ну, вчера тоже было 85 Фаренгейтов.
Сегодня, может быть, еще больше будет. Сегодня вот с утра уже жара, лето, вот уже в майке. Даже не жарко, в майке. Так, ну вот зависла. Ну что, я развисла? Напишите. Я уже подъехала. Так. Пишите тоже, кто импланты ставил или знаете, почем у вас и там откуда, с какой страны. Вообще мне это очень даже интересный такой вопрос. Привет, да, зависаешь. Привет, Неля. Вот сейчас подъехала уже ближе, гараж открыла, и, ну, чтобы вот тут Wi-Fi шел с дома. Уже надеюсь, здесь будет лучше. Так, в Германии плантов 20 тысяч евро. Ого! Так, 8 имплантов, 20 тысяч евро. Ну, я не знаю, так как сразу вставлять. А вы что, сразу вставляли? Блин, я с одним имплантом намучилась. Не хочу больше. Вот даже сейчас мне уже, в принципе, можно опять вживлять вот этот рядом, да. Я сейчас сделаю в июне, да, в июле. Это получается июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Только в декабре мне поставят вот второй этот имплант, зуб, да. Ой, ну, короче, нет, а я только в декабре начну ставить, потом опять, короче, до весны ждать. Ну, ладно, буду так, чё, потому что, короче, это морока с этими имплантами. Я, конечно, прям не страдаю от этого, но вот видите, вот, вот. Короче, когда все равно смеешься, все равно видно. И если бы я сейчас сюда поставила, у меня бы уже вообще ничего не было бы видно, уже улыбка была бы идеальной. Потому что, ну, для видео все-таки некрасиво, да. Кстати, еще полоски купила, буду отбеливать. Видео тоже сниму, покажу вам. Я уже отбеливала несколько лет назад. Короче, такие зубы белоснежные становятся. Потому что, ну, у меня вообще были какие-то серые такие. Сейчас это они уже классные. Но это когда? Я еще 4 года назад отбеливала. Сейчас мы опять купили полоски. Виктор отбелил. У него вообще белые, как я не знаю чего, как стенка белые стали зубы. Короче, покажу вам подарок. Та-да-да-дам! Она мне говорит, это медсестра. Я уже стала уходить. Она говорит, сейчас что-то там целую лекцию мне прочитала. И говорит, сейчас это там подарок Том Джо тебе подарит. Я думаю, что за подарок? Стою, жду. Ну, это Том Джо, это этот врач, он, вот я не помню откуда, то ли он из Китая, то ли кто он. Ну, короче, классный такой мужик, такой веселый, вечно довольный, вечно улыбается. Все делает. До этого, когда я была в этом офисе, там был американец, работал, и к нему вот тоже очень много русских ходило, иммигрантов, ну и до сих пор ходят, он как бы перепродал этот бизнес, и он ушел на пенсию, тот американец, а вот это Том Чо его вроде зовут, все забываю, это, а он купил этот бизнес, и такой классный, он все делает, тот только что-то там на ращике встал, ну еще что-то, что не спросишь, он не делает, а это импланты и зубы наращивают. Очень часто дантисты, да, ты приходишь, вот он тебе, твой, допустим, зубной врач, а он говорит, а нерв я не удаляю, пока дождешься, сдохнуть можно с этим зубом, если он болит. А этот классно, он, короче, все делает, и они мне нравятся, они так принимают быстро. Если вот зуб болит, там приходишь, прям могут сразу принять. Так что вот такой подарок, такая сумка зубная. Я еще даже не вытаскиваю. Ой, тут еще есть. Класс, прикиньте, вот такая вот зубная щетка электрическая. Но у меня есть одна, ну той уже тоже года 4. Вот это новая щетка Oral-B называется. Я, кстати, вчера смотрела, как раз когда маме покупала вот этот Waterpik. Они дорогие такие, эти щетки, там что-то около 40 долларов. Короче, что-то тут и Bluetooth написано, но я не разбираюсь. Так, открыть, что ли, глянуть. Давайте вместе с вами посмотрим. Посмотрим, что там за щеточка волшебная. Так, вот такая вот, смотрите, вот так она выглядит. Вот
это щетка. Короче, вот эти насадки. Две насадки здесь. Так, а это что за бандура такая? Что за бандура такая? Короче, вот какая-то еще вот такая вот штука. Ну, это нужно потом, короче, там посмотреть, почитать. Ой, ну классно. А я еще вчера смотрела, думаю, мне нужно новые насадки на эту вот щетку электрическую. Они такие тоже дорогие, эти насадки. Думаю, ну ладно, потом. И вот у меня новая щеточка. Кстати, электрощетками не все могут. Нужно привыкать, потому что десны болят. У меня первое время болели. И у Никитки он тоже вроде... Я это ему покупала, эту щетку. Что-то он, да, он что-то не смог. Хотя вот сейчас с брекетами ему обязательно нужно. Но мы... Эту я ему купила, вот эту водяную штуку. Ой, тут даже три насадки. Они, короче, все разные. Так, ну вот такая вот щетка. И еще. Так, еще вот этот ополаскиватель Крест для рта. Вообще, конечно, знаете, хоть в Америке и дорого зубы, но никогда в жизни мы так не следили за зубами там у себя, как здесь. Потому что это дорого, и потому что начинаешь понимать, что нужно следить. Там, тем более, они заставляют эти чистки делать, этим флоссом пользоваться мы научились здесь. Там я в жизни даже не знала, что такое флосс. Там нитка иногда, да, что-то где-то застрянет, или зубочистками чистили. Здесь, конечно, вообще начинаешь так за зубами следить, потому что лучше сделать заранее, чем если у тебя начнет зуб болеть, то это полная жо. Пока найдешь, пока сделаешь, будешь несколько дней с больным зубом страдать. Вот такой вот минус здесь в этом. Но с другой стороны, в чем-то и плюс есть. Так, значит, вот этот ополаскиватель. Ух ты, паста тоже, Крест, это, знаете, вот эта вот фирма, американский бренд, да, это все как бы для отбеливания зубов содержит такой отбеливающий эффект. Detoxify, Deep Clean. Так. Да, вот такая вот паста. Классно, вообще не ожидала от них такого подарка. И еще, короче, еще одна насадка дополнительная. Ну, это вот, да, еще одна насадочка. Вот так она выглядит. Короче, вот получается там три насадки, вот это четвертая. У них у всех разные вот эти щеточки, там формы щеточек разные. Так, в Германии, а, ну это читала, висим. Что, я не развисла, что ли, друзья, товарищи? Для кого я рассказываю? Не, ну не видно вообще, вроде если висим, у меня должно колесико крутиться. Сейчас у меня ничего не крутится. Отбеливание у нас стоит долларов 80, от 80 до 100. Ох, ну ничего себе, это дорого. У нас, видите, страховки, которые дают, они даже специально так делают, что типа ну, как бы получается, ты вообще из своего кармана не платишь, и это как бесплатно, да, ты идешь и делаешь. За страховку они не снимают, а уже за какие-то другие процедуры, что-то там где-то не покрывает страховка, они, ну, будут снимать деньги именно с тебя. Свет, скажи, боли сильные после того, как поставили. Ну, вот я уже вначале рассказывала там это. Когда вставляли, и боли вообще не было, я уже говорила, неделю или две. А потом, оно не то, что, не сильное, но понимаете, вот это, знаете, когда вот ноет, да, ноет зуб, ноет. И вот такое вот чувство, что он постоянно ноет, ноет. Вроде отвлечешься, потом опять чувствуешь, что вот это там десна ноет, короче. Вот такое вот чувство у меня было. Но это не у всех, у кого-то вообще без проблем. Лена, у всех по-разному. Я ставила имплант, было не больно, но неприятно недели две. Вот видите, у кого как, две недели. А у меня месяца, ой, ну три, два с половиной, три, наверное, точно периодически. Знаете, как начнет вот это нудеть. Нудит, нудит, и мне уже надоедало. Я раз обезболивающее выпью, проходит.
И, кстати, когда он мне сказал, что нужно чистить хорошо, да, когда я стала прочищать вот это, вот вымывать водой, тоже боль уходит. Оказывается, за счет того, что пища скапливается, и вот это там бактерии, и боль появляется. Бандура – это док-станция для зарядки. А, ну точно, да. Да, я-то это. У меня другая там, ну, у меня уже устаревшая как бы щетка, форма, а это я уже и забыла, да. Там по-другому у нас ставится щетка. А, еще, кстати, здесь есть, вот, смотрите, такой пенал. Это если вот в путешествие, да, с собой брать. Но я никогда в путешествие не беру эту такую бандуру. И так вечно полный чемодан. Еще такую бандуру брать с собой там на неделю смысла нет. Я всегда простую щетку беру. И то такую, чтобы если что, там ее уже выкинуть. Так. Что-то всего 8 человек. Непонятно. Что-то не показывает. Так, всем привет. Привет. Так, сам процесс живления ни капельки не больно, обезболивают намертво. Да, сам процесс, я так удивилась, я думала, блин, будет там, ну, как-то не, даже, может быть, не то, что больно, но неприятно, нет. Ну, чувствуешь, что тебе куда-то туда, да, в это, в мозги что-то суют. А так, не, боли вообще никакой не было. Так, вот этот Waterpik, сейчас вам покажу. Ну, там я тоже думаю, да, все это уже есть. Просто, может быть, как-то там не так мы приучены были все это использовать. Видите, как в Америке мы боимся за зубы. Начинаем тут, блин, чистить, мыть, все, вычищать. Короче, вот такая вот коробка. Их там две. Вот у нас точно, точно таких же. Так, что-то вот тут не могу вскрыть. Сейчас ключом, что ли, вскрыть. Покажу просто внутри, что там за Waterpik. Ух, что-то она тут вся запакованная. Congratulations. Короче, они меня поздравляют, что я приобрела вот этот набор. Вот. Видите, он тоже вот эта штука. Ну, это вот как зарядка идет. Сверху вот такой наполнитель, который водой наполняешь. Ну, и тут как щетка включаешь, там скорости меняешь. И, короче, обязательно они просят, чтобы помимо чистки, да, после каждого приема пищи, ну, насколько это возможно, если на работе, конечно, там не будешь таскать, смотря кто где работает, но здесь в Америке удобно, здесь все в машинах возишь, можно, в принципе. Это. Ну, кто прям уж так следит за зубами, ну, хотя бы на ночь, знаете, нужно тоже промывать хорошо. У Никита у нас, кстати, после каждой еды, когда он не в школе, потому что у него брекеты стоят, и еда постоянно там застревает, и он сам бежит, и это, ну, сам научился. То первое время я ему там вымывала, тоже, блин, так тяжело, так неудобно кому-то вымывать. А это сейчас он сам уже научился. Ну, короче, здесь две. Одна вот такая большая, а другая поменьше. Вот Никитка вот такой маленькой пользуется. А я вот такой большой. Но я, знаете, что-то немножко упускаю этот момент. Но сейчас буду серьезнее к этому относиться. Вот именно насчет вот этого Waterpik, чтобы водой промывать. А то, как он объяснил, что вот эти бактерии, они скапливаются, да, вокруг десны. И как бы мы не чистим. У нас, ну, мы чистим простыми там этими щетками, пастами, но они не счищаются. И за счет этого у нас зубы быстро гниют, и там, короче, ломаются и так далее. Вот я уже 4, в 40 лет я уже 4 зубов, да, лишилась. А маму тоже сейчас вожу, вот тоже к нему же. И у нее тоже он посмотрел очень такой сильный налет, хотя она постоянно чистит зубы и флосом, и утром, и вечером. Но этот налет, он не смывается. И прямо на фотографии, он сделал фотографии, так видно вот этот налет вокруг зуба сверху, да, ну, к десне, где зуб подходит. Говорит, обязательно используйте, а то зубы начнут быстро рушиться. Ну, тем более уже и возраст такой. Короче, вот я ей купила
Это... Ладно, потом уберусь. Что-то тут все. Так, ну вот. Вот такие вот новости про импланты. Что, опять я зависла? Короче, опять что-то ничего нету. Ой, всю жара меня уже тут припекает. Солнце в ноги светит, а я в этих еще в спортивных лосинах, в обтянутых. Сейчас это перекушу и поеду в спортзал заниматься. Что-то с этой болезнью, со спиной я это... 3 недели, да, вообще не занималась. Ну, так ходила, расхаживалась. Теперь вообще мышцы такие скованные. Никак не могу. Пока там разойдусь минуту, не знаю, 15-20. Потом вроде вот это все проходит боль. И, короче, дома... Ну, дома вот не получается заниматься. Я занимаюсь, ну, от силы там 20 минут. Может быть, полчаса. Ну, так тяжело. Короче, в зал приходишь, сразу как-то все по-другому. Там... Ходишь с одного тренажера на другой, там растяжки делаешь, то все, да, и как-то и время, и смотришь, уже и час пролетел. А дома, не знаю, дома ерунда. Я вот никогда, я как бы часто занималась дома и занимаюсь упражнения, но вот нет такого стимула, когда ты приходишь в зал, да, и в зале как-то вот сразу все хочется делать, поэтому нужно в зал ходить. Так, ну вы пишите хоть что-нибудь, что-то вообще никто ничего не пишет, а то я пошла и так уже все рассказала. Так, ну в районной поликлинике у нас тоже стоматология бесплатно, но там оборудование дедушка Ленин еще на нем лечился. Это я цены частной стоматологии рассказываю. Ну, здесь как бы нету, да, бесплатных с этих стоматологов и стоматологий. Здесь именно страховка, если у тебя есть, то она тебе дает какую-то сумму. Допустим, вот пожилым, да, как мои родители, пенсионеры, тоже от страховки. Здесь у всех стариков разные страховки. Те, кто работал тут всю жизнь в Америку, у них тоже, у них вот этот есть, там, Medical или Medicare, но они доплачивают, кстати, не маленькие суммы доплачивают. А когда очень маленький доход, очень низкий, ну, это в основном у иммигрантов, там, ну, американцев тоже есть, конечно. Вот, и у них как бы вообще бесплатная, да, ну, как бесплатная, они не платят, но за них-то все равно страховка это все платит этим клиникам. И маме тоже дают, тоже от страховки. В прошлом году у нее была другая, вроде 1500 на год давали. А в этом году, да, ей там поменяли опять эту план страховки. Ей тоже 2000 на год дали. Так что тоже ей там сейчас нужно все сделать, что можно, чтобы эти 2000 снять. Ничего не пойму, то ли я зависла, то ли что, то ли вы не пишете. Так, ладно, все, еще минутку подожду, и я пошла. Потому что сам смысл прямых эфиров, да, когда общаются, когда как бы, ну, нет комментариев, уже смысла нет, как мне там последний эфир написали, короче, скучно, то все, ну, вот что люди говорят, то обсуждаем. Если ничего не говорите, то ничего не обсуждаем. Так, ну, в принципе, да, все, что я хотела, я рассказала. Все эти цены там, все показала. Так, сладненько завтра. А, не, не завтра, послезавтра меняю стиль опять свой. Свою прическу, цвет волос буду менять. Так что тоже, может быть, после этого салона выйду в эфир.